Салам хурматлы ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Мы снова в Нью-Йорке, в здании Организации Объединенных Наций, в зале, где проводится Генассамблея. Мы здесь снова, и мы поднимаем вопросы, которые касаются как раз вот критические вопросы. Один из критических вопросов – это вот биометрические паспорта, так называемые загранпаспорта Туркменистана. Вы видели, мы то же самое говорили и встречались в Варшаве, там, где проходила ОБСЕ. И здесь мы снова поднимаем те же самые проблемные вопросы. Почему этот вопрос проблемный? Почему его нужно здесь обсуждать? Почему его не может решить государство? Что это такое? Почему очередь на получение загранпаспортов она не решается за 10 дней, за месяц, она не решается даже за полгода. Уже в 2024 году люди не получат паспорта, те, кто желает, уже очередь дошла до 2025 года. Что это такое? Что за проблема такая? Поэтому, обращаясь и к Харамдагу, и к его харам-отпрыску, Сердару Засранцу, я говорю, а что вам нужно? У вас что, финансов не хватает? Или в чем дело? Нет, вы не хотите. Вы привыкли держать народ как собачку, как жучку на поводке. Хотите, вы ее отпускаете прогуляться, а нет, вы их загоняете по тюрьмам. Держите в страхе. Народ не должен бояться этого. Я обращаюсь к народу. Вы должны знать, что мы никогда не остановимся. Мы были в Варшаве, мы говорим об этом. Мы здесь и снова поднимаем эти вопросы, встречаемся с людьми и решаем эти вопросы, обсуждаем их. Да, нас, может быть, не видно среди тех, кто там много говорит или там кричит где-то на улицах с бумажками. Но мы здесь, мы на переднем фланге. Мы не в окопах, мы впереди. Мы стоим открыто, и мы будем бороться с этой диктатурой. Мы будем добиваться решения всех проблем, задач, которые стоят перед народом. Мы будем бороться за свободу. Мы будем бороться за демократию, потому что народ имеет право. Halkın hakkı var. Adam yolu, adam yolu, atlanan eyvah, atlanan eyvah.